Блогер и журналист Михаил Шахназаров призвал запретить сбежавшим из России звездам возвращаться в страну. По его словам, знаменитости снова начнут дурить народ. Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац» высказался о поступке юмориста Семена Слепакова. Комик покинул Россию и критикует страну и ее жителей на зарубежных концертах. Журналист уверен, таких звезд нельзя пускать на родину. А не лишить ли этих уехавших права сюда возвращаться? Они ведь спят и видят, как приедут сюда снова и начнут дурить народ, заявил Шахназаров. Он также высказал мнение, что присвоение статуса иностранного агента недостаточно для предавших Россию артистов. Блогер призвал подкреплять его еще каким-то наказанием. При этом Слепаков в данный момент даже не внесен в реестр иноагентов, что вызывает возмущение у россиян.